Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение 91 на странице 43 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакина. Прочитайте, пишите название падежей. Падеж употребляется только с предлогами. Предложный падеж употребляется только с предлогами. Пред, ложь, ны. Падеж не имеет предлогов. Именительный падеж. Имени-тель-ный. Падеж дружит с предлогами ка и по. Дательный падеж. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.